Добавилось звание чемпион высшей украинской лиги КВН. Возможно, к такому количеству регалий обязывает спортивная составляющая их названия. Команда КВН Московского института экономики, менеджмента и права. Станция спортивная. Фестиваль, ну что ж, поехали! Да куда ты нас все время везешь? Извозчик. В команде назрел конфликт. Че ты там все объявляешь? Объявляет. Ладно, не ссорьтесь, сейчас шутку скажу. А вот эту свою не смешную, что ли? Она смешная. Да какая она смешная, ну-ка скажи мне. Вчера 5 человек в милицейской форме не поместились. Ну а теперь залу скажи. Вчера 5 человек в милицейской форме не поместились. Ну ты ее как-то плохо сказал. Давай ты ее скажи. Давай я ее скажу. Спортсмен-дебил пришел на финиш первым, хотя должен был ядро толкнуть. Хорошо. Ну вот, другое дело. Ты ее как-то просто по-другому сказал. Ну правильно, я и фронтмен. Дима, да знаешь, почему ты говоришь все шутки, знаешь? Вот только потому, что ты талантливый и харизматичный, только поэтому. Вот мне бы капельку твоего таланта, я бы тебя просто затмил бы просто. А можно я в конфликте поучаствую? Спасибо. Ты, а что ты его ударишь? Ты, Дима, он это ребята, не ссорьтесь. Конфликт в КВН вообще ничего не решает. А что, деньги решают в КВН? И деньги в КВН ничего не решают. В КВН все решает случай. Случай в магазине. Молодой человек, а не подскажете, у вас ЛМ зеленый, он ментоловый? Я не знаю. А вот парламент Экстралайтс, он такой же, как Кен Четверка, нет? Я не знаю. А Прима? Прима хорошая. Спасибо большое, дорогие друзья, а мы переходим к следующему. Что-то там все переходит. Переходит он, переходник. Ну-ка, выйдите все сюда на сцену. Короче, сейчас ты будешь со мной в миниатюре участвовать, понял? Случай на фронте. Да ё-моё, ни таланта, ни везения, да Ваня, что ж такое-то? Ваня, не надо психовать. Дмитрий Иванович, ну что, может, пора? Да не спеши, пусть чуть поближе подойдут. Дмитрий Иванович, давайте я их флагом попугаю, ну! Да не торопись, сейчас чуть поближе подпустим. Сейчас еще чуть поближе подпустим. Бежим, Дмитрий Иванович! А не дрейфь ты! Их там всего двое. Замри, вот теперь пора. Давай, ах, Дмитрий фриц, Иванович! Поганый, я сейчас тебя достану! Портянки фрица! Получай! Давай! Получай, фриц, поганый! Получай! Вчера. Ваня! Ваня! Ваня, что случилось? Что ты ноешь? Я шутку забыл!
Вань, давай вставай, зал ждет. Ну. Они еще не ушли? После такого позора. Рукобери. Вань, ну вон девчонки смотрят, перестань. А я заплаканный. Вань, ну вся страна смотрит, ну. Мама увидит, скажет. Ага, опозорился? Иди работать на завод. Кто трубу уносил? Ну, я уносил, Вань. Фронтменишка, ты должен на репетиции ходить. Ты должен был идти в другое колесо. Вань, ну успокойся, ну извини. Слушай, ну хочешь, скажешь финальные слова? Давай. И я смогу это сказать? Да, конечно, можешь сказать, что КВН – это добрая игра. Что КВН – это добрая игра, в которой друзья никогда не ссорятся. И я это скажу. Да, конечно, скажешь. Хоть сейчас начинай, Вань.